مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. Мы видим то, что здесь есть представители МАИПа, представители АПМ, РФ. То есть ВФМ – это объединение всех, без разницы. Без семьи бизнес не пойдет. Если в семье проблемы, в бизнесе тоже проблемы. Польза от нашего собрания, она огромна. Да, в том плане, то, что мы можем поделить, услышать какие-то полезные наставления, какие-то полезные лайфхаки и так далее. То есть какую-то пользу взять, насихат и так далее. Каждый из нас может рассказать о своем бизнесе, о своих делах, чем мы занимаемся. К самому важному, то, зачем мы здесь собрались, это обмен опытом. Обмен знанием и то, чем мы занимаемся. Меня зовут Зябир Уфирик, я являюсь коммерческим директором Мадин клиники. Третий раз на БФМ в Казани. С каждым разом все лучше и лучше, альхамдулилля. Кому будет интересно, наша франшиза, мы развиваемся, у нас есть стратегический план Таткардан 100. Мы должны быть в каждых крупных городах, где будет это востребовано. Проверку договоров делаем на соответствие шариату, либо сможем составить новые договора в соответствии с шариатом. Мы делаем аудит компании на соответствии нормы шариата. Меня зовут Илья Сгимадов, я собственник компании «Ханский дом». Я хочу сегодня рассказать про уникальный поселок. Это ханская усадьба, который я вот мечтал создать такой поселок, где не просто дома, да, а дома с идеологией. Основной темой сейчас, которой я занимаюсь, это маркетплейсы, торговля на маркетплейсах. Озон, Валберес, Яндекс.Маркет. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня зовут Илья Сагдеев. Я являюсь директором компании «Остапроект». Наша компания занимается тем, что проектирует мечети по всей России. Мы на этом рынке, можно сказать, с 2005 года. Я являюсь сотрудником финансового дома «Амаль». Наверное, все уже слышали о нас, может быть, знают нас. Я что хочу сказать, у нас, альхамдулиллях, мы должны доносить вот эту мысль именно образования исламского бизнеса, то есть на этой площадке. Все, меня зовут Баталов Денислам. Основная моя деятельность – это защита прав призывника. Наша компания помогает получать военные билеты на законных основаниях посредством выявления несовместимых со службой заболеваний. И мы нашли эту изюминку, и нас сейчас называют «скорая помощь». То есть когда люди просто болеют, они идут к врачам. А скорую помощь они называют, когда что-то надо уже поздно. И когда к нам обращаются, мы всегда знаем, что это, скорее всего, либо у человека какая-то беда, либо он уже очень сильно опоздал. Я являюсь партнером компании «Матурелла». Мы делаем турецкую пахлаву, вот, которая у вас на столах. Можете попробовать. У нас много видов разных. Представитель строительной компании «Фамильный дом». Мы с 2014 года занимаемся строительством и продажей коттеджей в Казани. Каждые 2-3 месяца открываются новые магазины в разных городах. Хочу сказать напоследок, ребята, гордитесь. Валлахи гордитесь, что вы мусульман. Субханаллах. Валлахи, и я не только так. Некоторые говорят, я больше с мусульманами не хочу работать. Нет, ты не прав. Ну, максимально, если ты проиграешь с мусульманом, ты чуть-чуть. Но если, не дай Аллах, с ним мусульманином, тут наоборот заходит, чтобы тебе сломал. Тут заходит с хитростью. Там любой бизнес строится на обман. А 17 сентября мы будем проводить бизнес-форум мусульман в горах, в известном селе Кубачи.